Доброго дня, уважаемые дамы и господа, любители и профессионалы дзюдо. Я Роман Карасев, вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо». И сегодня наша рубрика «Мы изучаем дзюдо». Несколько вариантов упражнений вот с таким тренажером. Это тренажер, борцовский манекен, но переоборудованный, одетый в кимоно, и теперь он называется манекен дзюдо. Какие упражнения можно выполнять вот с этим замечательным помощником? Во-первых, когда мы одеваем на манекен кимоно, мы улучшаем качество наших занятий. То есть дзюдо — это всегда захваты. Поэтому здесь очень удобно, когда одето кимоно. Видео предыдущем, я ссылку будет в этом видео, на то, как преобразовать борцовский манекен в манекен дзюдо. Я показывал там, как одевается кимоно. А сейчас, значит, что можно? Во-первых, брать захваты, да? За рукава, захваты за воротник, за пояс, сзади, спереди, под рукой. И какие можно делать упражнения. Например, самое простое упражнение — это так называемые тяги. Значит, мы отпускаем и притянули. И в другую сторону. Очень хорошее упражнение для разминки. Следующее упражнение, допустим, учеками подходы к, и как разминочное упражнение на асото атоши, асото гари. Ну, давайте с другой стороны покажу еще. Следующее упражнение, которое можно также отрабатывать, это, допустим, уход и дельтах. Уход, берем так. Еще раз давайте. Уход в сторону, уход, берем так. Уход в сторону, берем так. И также с другой стороны. Следующее упражнение можно выполнять также тяги с двумя рукавами, когда мы держим захват за два рукава. Да. Как вы видите, можно стоять в правой стороне стойки. И в левой стороне стойки. То же самое можно делать захват за два отворота. И в левую сторону стойку. Можно добавить шаги ногами. Сейчас я немножко дальше отодвину моего партнера. Допустим, можно шагать. Видите, я делаю шаг вперед, его опускаю чуть-чуть и назад вытягиваю. И также в другую сторону. Да? Еще какое можно делать упражнение? Заходы за спину. Тоже очень хорошее для разминки упражнение. Меняем сторону. Убираем захват.
Не. Еще одно хорошее упражнение, тоже у Чикоми, это разворот туловища. Вообще вы можете самостоятельно еще сделать кучу разных вариантов, которые вы сами придумаете. Но самое важное, это, конечно, вспомогательный элемент. Это вот такое кимоно, которое мы одеваем на наше борцовское чучело, борцовский манекен, и он становится манекен для дзюдо. Поставили его на место. Приведем в порядок. Итак, вы смотрели некоторые варианты упражнений с манекеном дзюдо для дзюдо. С вами был Роман Карасев, и это Планета Дзюдо.